Дорогие друзья, всем добрый день. Совсем недавно у нас вышло обновление в игре Brawl Stars. Добавили много разных интересных плюшек, добавили нового персонажа, скины, а также новые пассивочки. И я еще ни одной пассивочки не получил. Хочу сегодня на видосик получить абсолютно все, ну практически, надеюсь, что получу все. Ну, по крайней мере, как минимум две, уж точно. Я куплю Ниту Шалун, точнее Медведь Шатун, Шатун, а не Шалун. И также я очень планирую выбить пассивочку на Шелли, потому что вчера подписчики очень хвалили эту пассивку и говорят, она прям ну супер имба, и Шелли теперь еще круче стала. В общем, сейчас буду открывать боксы на своем аккаунте, и прежде чем мы перейдем к теме ролика, я хочу передать привет Вике со стрима, Насте со стрима, которая просила передать привет, а также Феде, который вчера мне тоже прям, ну, холдик, передай мне привет. Помимо этих имен, я еще много кому передам сегодня в ролике, надеюсь, привет. Обязательно подпишись на канал, напиши в комментариях, как тебя зовут, и, может, в следующем ролике я именно тебе передам привет. Обязательно подпишись. Давайте, ребят, рекламная пауза, и делаем открытие боксов на моем основном аккаунте. Поехали! В последнее время я делаю для вас много конкурсов, но количество призовых мест всегда ограничено, и подарки достаются небольшому количеству моих подписчиков. Поэтому сегодня я хотел бы вам порекомендовать приложение Speedy Coin. Это приложение, в котором за выполнение простых действий вы будете получать вознаграждение, которое впоследствии можете обменять на подарочные карты или потратить их в Brawl Stars, ну либо где-то еще. Чтобы начать, вам потребуется сделать несколько простых действий. Первое, создать аккаунт, подтвердить регистрацию, заполнив два предложения, и дальше лишь остается накапливать монеты, выполняя простые задания. Например, установить игру, пройти опрос, либо подписаться на какую-то страницу. Вся необходимая информация будет в описании. Обязательно переходите и получайте бесплатные гемы. Итак, дорогие друзья, я, наверное, куплю все-таки Ниту в магазине, дабы она мне не выпала, потому что, ну, не хочу, у меня боксов не так много, хочу выбить все пассивочки. Покупаю Ниту, оп, отлично, первая пассивочка готова, звездная сила, сейчас мы это все будем тестить. Ну, погнали для начала маленькие боксики. Итак, я буду открывать боксики, заодно прокачаю этого нового бравлера, и параллельно буду передавать приветы с прошлых роликов. Значит, ты меня не назвал, я Мирослав. Просил Мирослав ему передать привет, и чтобы я попросил его подписаться на мой канал, Мирослав, обязательно подписывайся. Также просил передать Амир привет. Блин, у меня редкое имя, ты меня никогда не называешь. Даниар Корягин. Дружище, конечно назову, блин, главное верить в это. Так, кто еще передал? Денис просил передать привет, хотя я Дениса неоднократно называл. Так, дальше тут... Дальше, тут кто-то тоже просил передать. Кирилл не называл ни разу, говорит. Да ну здрасте. Ивану также просили передать привет. Кто-то еще просил передать. Никита, Саша. Саша также просил передать привет. Руслан и Сергей. Кто-то вот обижается, что я не называю именно его в ролике. Но, друзья, поймите, что я стараюсь периодически называть разные имена. Поэтому, ну, смотрите все ролики до конца, и, возможно, именно тебя... назову. Назови имя Сабир. И Марка назови. Также Султан говорит, а меня не было, мое имя Султан. Надеюсь, ты смотришь этот ролик. И также Руслан под прошлым роликом. Олег еще жаловался. Игорь. Все, по-моему, назвал всех, кого я хотел назвать. Есть еще список один, но, возможно, назову чуть попозже, либо в следующем ролике. Обязательно пиши комментарий. Не просто как тебя зовут, а напиши какой-то комментарий, мнение об этом ролике. Может, мнение об обнове, вообще какие-то свои, я не знаю, мысли, пожелания, что угодно. Ну и, конечно же, там, передай привет тому-то, может, там, с какого там города или еще что-то. Несколько сообщений, в следующем ролике обязательно передам приветы. Но для этого нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, если хочешь, чтобы в следующем ролике я тебе передал привет. Так. Давайте чуть-чуть я сделаю потише музыку, совсем немного. Итого мы открыли уже сколько? 30 боксов, пока пассивочки не видать. Ну ничего, поехали. Открываем. Давайте прокачаем Тика. Я сегодня буду на стриме. Кстати, приходите на стрим, теперь стримы будут ежедневные. Не пропускайте стримы, ребят. Чтобы не пропустить стрим сейчас... где же это... Не знаю, где этот скрин. Вам надо нажать на колокольчик. Там колокольчик недавно изменили. И там вам оповещения приходят не на все мои ролики и стримы. Нажмите, чтобы приходило именно на все. Проверьте, чтобы ваш колокольчик был включен, галочка на все. Приходите, каждый день стримим. Я вот хочу, надеюсь, что... Ну вот, в ближайшее время аккаунт свой подниму.
И может создам новые проекты без доната. И с донатом параллельно. Не знаю, я еще подумаю. Или может быть там с донатом, например. Точнее, да, с донатом, но только если там дойти до определенных кубков, допустим, да. Ну, то есть я еще думаю над идеями и новым проектом. Так. Что-то пока не видать пассивочки, но я думаю, что она вот-вот выпадет, когда подпишется на нас Костя или Павел. Не знаю, кто-то из вас должен подписаться. Ай. Так, где мое имя? Меня зовут Ильдус, пишет чел под роликом по Clash of Clans. Ой, Clash Royale. Так, давайте еще посмотрим комментарии. Так, назови ПЖ Ричук. Ричук. Так, кто еще тут просил передать привет? Не стесняйтесь, главное подписаться и написать комментарий. В следующем ролике, возможно, именно тебе лично, там, пофамильно. Можете и фамилию свою писать, да, но самое главное, ребят, не перебарщивать. То есть, ну, в роликах, да, окей, там можно выделять какую-то минутку, передать приветы. Но когда это на стриме происходит, когда вы приходите на стрим и целый стрим в чате. А меня назови, ты меня не называл, как ты посмел? Передай мне привет. Ребят, на стриме приходите общаться. Знакомиться это круто, но все равно я всех не запомню поименно. Передать приветик, окей, комментарий написал, у меня тут уведомление вышло. В следующем ролике я уведомление почитал, кому-то чье-то сообщение и прочту. А вот на стриме приходите просто общаться. Не надо, пожалуйста, на стриме вот просить передать привет поименно. Это очень напрягает и тяжело. Потому что на стриме каждое сообщение имя, имя, имя. Тем более те имена, которые я уже называл неоднократно. Вот назови имя Вадим. И люди некоторые пишут, типа, меня ни разу не называли, хотя я неоднократно называл это имя. Блин, у меня 18 боксов осталось, и мне пассивка не выпала больше. Как так-то? Как так-то, друзья мои? Ну, вы думаете, я просто так уйду? Я просто так не уйду, друзья. Yes! Yes! Но только не то, что я хотел! Только не то, что я хотел. Блин, я хотел... Ай-яй-яй-яй-яй. Я хотел на Шелли. Я хотел на Шелли. Блин, а это же мне много донатить придется, если я сейчас... Так, надо подумать. Я хочу Шелли пассивку. Вот тупо за ней пришел. Даже вот ниту купил ради Шелли, чтобы случайно нита не выпала. А мне выпал Карл. Блин. Уф. Так, ладно. Открыли все боксы маленькие. Давайте бигбоксы. Может выпадет с бигбокса. К сожалению, пусто. Так, давайте прокачаем. Посмотрим, насколько я могу прокачать этого типа. Я на 8 уровень уже. Да, черт возьми. Что нам предлагают разработчики? Что у нас тут по донату? Гемы дешевле у нас не стали, к сожалению. Джоски. Так. Братцы мои. Чтобы не прогадать. У меня 170 гемов есть. Блин, сколько же гемов купить-то, а? Ладно, все ради вас. Ради видосика, поехали. Так, покупаем. Есть. Так, есть. Надеюсь, без всяких там ошибочек. Да, отлично. А то, когда денег нету, ошибку выбивает. Так, ну что, у нас косарь гемов. Продолжаем открытие. Ребята, обязательно с вас лайкосик и подписочка на канал. Будем большие ящики открывать. Кстати, мне скидывали скрины, где челу с большого ящика дропнулось две пассивки сразу. Это круто. Так, ну мы сейчас и этого прокачаем. Тика уже на фулл. Как раз там пассивочка крутая у него, блин, вообще. Слушайте, давайте мегаящик один откроем. Веселей же мегаящик, да? Веселей же. Оп, хорошо. Еще раз. Оп. Yes! Yes! Да, мы это сделали! Мы все три пассивки за один выпуск получили. Ай, шикарно, блин. Как? Блин. Я так рад. У меня еще гемов много осталось. А давайте, подождите, ну давайте... О! О, смотрите. Звездную силу тоже...
Чё, ищем звездные силы на Тика? Давайте, блин, ну раз такой, раз такая петрушка, погнали. Погнали, чё нам мелочиться, правильно, друзья? Давайте попробуем найти звездную силу на Тика. Правда, я мало в это верю. Но потратим все 700 гемов, мне не жалко. Чё мне их оставлять? Все для вас, ребят. Надеюсь, вам интересно. Так, значит, мы выбили уже 3 пассивочки. Блин, надо это все проверить. Но, наверное, я не знаю, в этом ролике я проверю только одну пассивочку, скорее всего, на Шелли. Вот меня больше всего интересует Шелли. Все остальное вы увидите у меня на стриме. Приходите, там у меня гораздо больше онлайн-каток, там больше мне получается поиграть и пообщаться с вами. Поэтому, если вам хочется больше контента по Бравлу, стримы вернулись, друзья. Я теперь дома. Блин, гемы улетают. Так, сколько гемов осталось? Блин, будет обидно, если я все солью и не выбью пассивочку. Может еще задонатить или это перебор? Да ну, она появится в любом случае завтра в магазине. Зачем сколько донатить? Так. А хотя магазин обновится через сколько? Аж через 20 минут. Вот через 20 минут по-любому, ребят, будет пассивка на этого. На... Как его? Скажите мне, я вам скажу. На... Тика. На Тика. По-любому она будет. Что у меня по гемам? Так. Блин, а есть какие-то крутые скины за гемы? Нету. Ну и все, ладно, тогда трачу. Трачу. Трачу и не плачу. Так, осталось еще 2 сундука. И последний бокс, да? Или еще 2? Ах, гема не хватает на последний бокс. Ну, я сомневаюсь, что там именно последний бокс. Пассивка на Тика. Блин, обидно. Но он реально... Может, я ролик смонтирую, да, 20 минут подожду, да куплю еще на Тика пассивку, чтобы типа... Сколько мы? 4 пассивки за один ролик просто. Бам! И все. Ну что, поехали проверять. Вот эта пассивка, да? Вот эта пассивка. Поехали как раз. Ай, там не штольня уже. Ну поехали попробуем. Поехали попробуем, друзья. Так. Так, значит, я не прочитал. Там, по-моему... А, вот. Вот такой вот у нее КД. Она, короче, набирает... вот эту энергию. Вот. И после того, когда эта энергия наберется полностью, значит, она сможет себе полностью восстановить здоровье, я так понял, да? Когда у нее будет меньше 40 тысяч хитпоинтов. Ой, 40%, не тысяч, что я несу. Боже, тут одни ПМ, я помню, да, эту карту. Так, ну это круто. Это круто. Так, сейчас будем проверять. То есть, один на один, это очень круто. Бам! Угу. А у меня эта пассивка, этот, использовалась. Прикольно вообще, зашибись. О, там, кстати, чел со скином. Чел со скином. Со скином этого. Ух, какой скин! Офигеть! Я реально еще на этом скине... Ну, блин... Как он охеренный. Бля, я видел этот скин. Я видел, не помню, кто из ютуберов покупал его. По-моему, Аурум. Вот. Ну, короче, я видел этот скин. И я, ну, испытывал вот этот еще, желтый скин, да? То есть я как бы играл. Ну, блядь, когда ты встречаешь в поединке, ребят, извините за маты. Ой, робот, там робот. На кого он пойдет, интересно? Так, хорошо, не на меня. Это, блин, круто, я хочу этот скин. Посоветуйте, пожалуйста, мне, какой скин вообще купить, на что копить. У меня 13 тысяч поинтов. Может, вы мне посоветуете, чтобы я их зря не потратил? Пожалуйста, ребят. Так, минус Шелли сейчас будет. Мне надо бы кубка вапнуть. Так. Так, хорошо. Так, все, у меня ульта, отлично. Мы с Шелли затимились. Найс. Все, прекрасно. Да почему не бьет никто? Почему его никто не бьет? А, я рикошет. Все, я понял. Надо закрысить было. Вы видели? Я откилился полностью. Вот это найс. Давай. Ай, автоатака хренова. И этот же падла хилится, у него новая пассивка. Бля, пассивка для нубов. Ой, один кубок остался. Ну, я в том плане для нубов, что таких как я. Я играл отвратительно, и при этом меня никто убить не мог. Ну,
Относительно, опять же. То есть, ну, офигенная пассивочка. Бля, как же это по кайфу. А что у нас на Ниту я выбил? Медведь Нит атакует быстрее. Время между его ударами сокращается на 50%. Обязательно затестим. Так, что у нас? А что у нас с Карл? Ну, Карла... Тик. Тик, понятно. Карл, что у нас? Пока Супер Карла действует, вес наносит ему, урон. А, я видел это. Не очень. Такая, у Карла слабенькая. У Ниты прикольная и у Шелли прикольная. Ну, Тик по-своему прикольный. Бля, ребят, ну, в общем, подписывайтесь обязательно, потому что дальше будет еще больше контента, больше онлайн-каточек, поднимать буду кубки на всех персах. Пишите, кому передать привет в следующем ролике, обязательно подписывайтесь, чтобы именно тебе я передал привет. Все, ждите, возможно, сегодня будет еще один ролик, и жду вас обязательно вечером на стриме. Нажимайте, друзья мои, на колокольчик. Все, всем удачи, до скорых встреч. Где мой переход? Вот мой переход. Всем пока!